Исполнилось 80 лет со дня рождения ветерана труда Жарылқасына Байсалова, который внес большой вклад в подъем кармакшинского аула Ахжар. Благодарные сельчане организовали большое мероприятие памяти земляка. Жарылқасын Байсалов был профессионалом своего дела. Опытный гидротехник в течение 20 лет был директором совхоза «Ахжар». За годы работал, сделал много для развития аула и всего агропромышленного комплекса. Его труд неизмерим. Он бегал по разным инстанциям и достроил коровник на 800 голов. Установил израильское оборудование по производству 11 видов молочных изделий, которые продавали в Байконыре. Еще одно из его больших дел – мельница. Все приезжали к нам перемолоть зерно. В рамках юбилейных торжеств в его родном ауле были организованы состязания по национальным видам спорта. Архан-тарту, поднятие гири, армрестлинг. По инициативе Жарылқасына Байсалова в ауле была открыта спортивная школа. С тех пор школа работает непрерывно. Мы благодарны этому человеку за заботу о молодежи, за внимание к спорту. Большой интерес вызвали состязания женщин по армрестлингу. 8 участниц из разных аулов оспаривали звание сильнейшей. Чемпионкой стала местная спортсменка Айнура Асхарбаева. Состязалась с 3 участницами. Всех 3 победила. Женщины аулов очень сильные, потому что занимаются земледелием, животноводством, ко всему приспособлены. В памяти ветеран труда был также организован Айтыс. Акыны воспели славные дела Жарылқасына Байсалова. По итогам Айтыса главный приз завоевал Ержен Исабде. Первое место занял Айдос Рахметов. Акынам были вручены специальные призы и денежные премии. Лимар Эргебаева, Асхар Тажиев, Паужан Кужамуратов, Турихан Кужахметов, телеканал Кызылорда.